Шалом, возлюбленные! Мир всем вам из Индонезии. Мы в программе «Время для исцеления» продолжаем молиться о том, чтобы эта программа благословила и восстановила вас. Ну а теперь давайте принимать благословение через хвалу и поклонение нашему замечательному Господу. For Jesus, amen. Whenever we sing this song, wherever we go, we always have our own style to sing this together, all right? Can you put your hand like this together? Can you put like your hand like this? Bisa taruh tangan seperti ini, saudara? Just one like this. No, one hand like this, okay? Kaki kanan saudara, lompat maju ke depan seperti ini. Hey! Bisa? Are you ready? Woo! Let's try. One, two, three, hey! Nice one. One, two, three. Kurang lompat, you have to jump. One, two, three. One more time. One, two, three. Are you ready? Give your best to Jesus tonight. Yeah.
tonight, Jesus. We sing for you. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил пастор Ника. Пусть Слово Божие направляет нас и приносит мир в нашу жизнь. Господь, мы благодарим Тебя за этот день и за то, что Ты собрал нас вместе. Господь, Ты так благ. Мы чувствуем Тебя на этом месте. Ты касаешься своих детей. Отец, говори к нам через уста своего слуги. Помазывай своего слугу, Папа. Помазывай всех нас. Мы будем сидеть рядышком с Тобою и слушать Твое послание. Во имя Иисуса. И все сказали на это «Аминь». Поаплодируйте Иисусу и воскликните «У!». Поаплодируйте Господу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Присаживайтесь, дорогие! Шалом, возлюбленные во Христе! Господь напомнил мне один псалом. Псалтырь — это уникальная книга, не так ли? Во-первых, потому что она содержит самую длинную главу в Библии. Это 118-й псалом. У него удивительное название «Блаженны, ходящие в законе Господнем». Получается, что те, кто живут по Слову Божьему, благословлены. Почему еще эта книга уникальна, скажите? Потому что в ней содержится самая короткая глава Библии. 116-й псалом. Он начинается со слов «Хвалите Господа все народы». «Прославляйте Его все племена». Благословенны те, кто живут по Слову. «Прославьте Господа нашего». А почему еще эта книга уникальна, скажите? Да потому что она находится в самом центре Библии. Если отчитать все книги до нее и после, получается сердце Библии. И центральный стих — это 117-й псалом, 8-й стих. В нем сказано «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Что это означает? Мы должны надеяться, верить и доверять только Господу, а не человеку или нашей силе. Из этого я понимаю, что Бог желает, чтобы мы были внимательны к трем вещам. Входя в 19-й год, мы должны обращать внимание на эти вещи. Во-первых, жить по Слову Божьему. А во-вторых, проводите больше времени в молитве, хвале и поклонении Господу. Днем и ночью, в единстве, это жить в близких отношениях с Богом. Это значит ходить в близком общении с Богом. Бытие 5 глава, 24 стих. Сейчас мы увидим, что означает жить в близком общении с нашим Богом и Отцом. Давайте посмотрим Бытие. 5 глава, 24 стих. Готовы? Раз, два, три. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Скоро Иисус придет снова.
Он придет на облаках, и мы с вами, Его Церковь, будем восхищены. Кто будет восхищен? Кто, скажите? Те, кто ходят в близком общении и в близких отношениях с Богом. Только те, кто ходят в близком общении с Богом, будут восхищены. Те, кто находится в близких отношениях с Богом. Аминь. Скажите аминь на это. Прекрасно. Правильно, аплодируйте Господу. Дорогие, что говорит Слово? Полагайтесь только на Господа, не на человека, не на свои силы, а только на Бога. Дорогие, если мы полагаемся на Господа, то произойдет то, что написано в Исаии 40 главе, 30 и 31 стихах. Мы получим новую силу. Входя в этот год, мы получим новую силу. Мы потечем и не устанем. Пойдем и не утомимся. Это новая сила. Куда больше силы юношеской. Ну надо же, она больше юношеской силы. Сила, которую дает нам Бог, больше юношеской. Дорогие друзья, те, кто полагаются на Господа, находят благоволение у Господа. Те, кто обрели благоволение у Господа, могут падать. Когда они идут по жизни, они могут падать и попадать в разные проблемы. Такое бывает. Но Бог обещает, что тот, кто обрел благоволение у Него, может упасть, но он не будет изгнан, потому что Господь поддерживает его. Поаплодируйте нашему Господу. Итак, те, кто ходит по Слову Божьему, будут благословлены. Многие из вас хотят быть благословенными и полными мира. Скажите, кто из вас хочет быть благословленным и полным мира в этом году? Поаплодируйте Господу! Давайте вместе прочитаем Исаию 48 главу, 18 стих. Раз, два, три. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и праведность твоя, как волны морские.
поаплодируйте нашему Господу. Внимайте заповедям нашего Господа. Он достоин поклонения. Тогда мир ваш будет как река, а ваша праведность как морские волны. Это удивительно. Давайте еще раз громко поаплодируем. Дружно поаплодируем нашему Господу. Кто хочет быть благословленным? Давайте вместе прочитаем Псалом 1 с 1 по 3 стих. Готовы? Раз, два, три. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа в воле его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Поднимите руки и скажите: «Что бы я ни делал, я буду успешен». Поаплодируйте нашему Господу. «Я буду успешен во всяком деле». Славьте Его! Saja yang diperbuat pasti berhasil. Wah, ini musiknya luar biasa juga. Deng 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 deng. Berbahagialah orang yang suka Allah. Ialah firman Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Дорогие, вы хотите послужить друг другу? Скажите: «Что бы я ни делал, я буду успешен». Скажите это своему соседу. Повернитесь и скажите тому, кто справа: «Что бы вы ни делали, вы будете успешны». Тому, кто слева, скажите: «Что бы я ни делал, я буду успешен». Спасибо за то, что Ты с нами, Господь. Спасибо за Твое помазание. Спасибо за Твои благословения.
исцеление, освобождение и отвеченные молитвы, новую силу и новую надежду. Твои дети отправятся домой в радости. Ты благословил их обильно. Пожалуйста, покрой нас силой своей крови. Храни нас от нападок врага. Господь, благослови всех нас. Молим Тебя об этом, Господь. Входя в этот год, мы получим от Тебя еще больше. Используй нас. Используй своих детей еще больше. Этот год будет лучше, чем предыдущий. Отправляйтесь домой с Божиим благословением. Пусть обильная благодать Отца в Его единственном Сыне Иисусе Христе и общение Святого Духа будет со всеми вами сегодня и до того дня, когда Иисус придет за нами на облаках и даже в вечности. Аллилуйя! Мы прославили, поклонились и послушали Слово Божие. И в благодарность нашему Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, давайте продолжим жить свято и угождать нашему Богу. Это так приятно Его сердцу. С вами сегодня был Билли. Увидимся через неделю, и пусть Бог благословит вас. Shout for joy.